Как передает Азия Ас, российский военный эксперт, Александр Храмчихин прокомментировал калибр Ас. Вопрос, увеличивается ли вероятность новой войны в Карабахе на фоне реваншистских настроений в Армении и провокаций армянской стороны. Такая вероятность есть. Хотя есть и экспертное мнение, что Армения собирается полностью уйти с Карабаха. При таком раскладе вполне возможно, что вопрос может окончательно решиться и без войны. Полагаю, что на данном этапе вероятность новой войны в Карабахе все же не очень большая. Хотя даже с учетом присутствия там российских миротворцев нельзя сказать, что она нулевая. Что касается реваншистских настроений в Армении, то не думаю, что они обладают достаточным потенциалом, чтобы начать войну. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.